Где единение, там и победа. Привет, Наташа. И вы, наверное, сейчас сильно задачены. Почему одна сидит в корове, не можете подумать, где вы. Потому что до 31 декабря остался 31 день. Сегодня 1 декабря. Всех с первым днем календарной зимы. Так что в каждом своем видео я буду появляться в каком-то таком костюмированном элементе. Вот. И сегодня видео посвящено тому, что издательство Камильфо Санкт-Петербургское предложила прислать мне коробочку-сюрприз. Вот. Она просто гигантская. Я реально, я просто, пока я из одной комнаты в другую пила, я так запыхалась. Смотрите, вот. Видно? Просто огромная. Посылка гигант. Посылка титан. Посылка Кинг-Конг. Вот. Вообще не знаю, даже приблизительно, что здесь может быть. Я подозреваю, что тут может быть комикс. Или, вот, потому что они их тоже в том числе продают. И возможно, я не знаю. Но она такая большая, увесистая, твердая. Прям не хочется даже открывать, хочется стомиться в ожиданиях и мучиться, что же здесь внутри. В общем, внутри почтового пакета огромнющего оказался огромнющий другой пакет, уже такой, более от фирмы, да. Ой, не знаю, видно вам или нет, тут написано «Радости полный пакет», вот уж действительно. Книги, комиксы, подарки. Так, и мы видим огромную коробку, тут с наклейкой какой-то, я сама еще даже ее не видела, вам приблизила. Ну-ка, что тут у нас? Камильфо. О, такая милота. Так, как будто как открыть, чтобы не сразу все видеть. В этой коробке еще один пакет, который мы с вами уже видели. Вот такой. И тут уже понапихано. Давайте доставать. Я аж упарилась. Так. Вот такая книга. Хотя по формату больше смахивает на комикс-книгу. Скотт Пилигрим, первая часть. Там Пилигрим, его маленькая жизнь. Злое издание. Да, это книга комикс. То есть видите, да, что развороты, развороты. Тоже книга комикс. 7 медведей гномов и нашествие принцесс. Эмиль Браун. Таким образом смотрится. Сейчас покажу разворот какой-нибудь. Наугад открытый. Тут прям к Новому году посылка. Доктор Стрэндж. Как интересно. Дело в том, что сейчас я пересматриваю сериал, где главная героиня фамилия Стрэндж. Эрика Стрэндж. Вся называется быть Эрика, так что интересненькая совпадение. Так, ну я предупреждала, здесь будут комиксы. Adventure Time, книга 6. И разворот какой-нибудь. Я не знаю, я не умею комиксы показывать. Так, Океан любви. Люпано Паначоне. Что-то итальянское, видимо. Тоже. Так, обложка. Разворот. Наугад абсолютно. Over the Garden Wall. Обложка. Разворот. Ничего вообще, что я развороты показываю. Зачем я это делаю? Такая вот открыточка. Тут написано 28-й легендарный магазин комиксов, в который ходит даже создатель комиксов Камильфо. Так, последнее, что я вытаскиваю из своего пакета, это Шон Тан, красное дерево. Тоже. О, тут такие шикарные иллюстрации, смотрите. И как бы так сделать? Как бы так? В общем, да, спасибо издательству Камильфо за посылку. К сожалению, вчера начала только читать свежую книгу. Вот одолею ее и непременно познакомлюсь
с Присланом выскажу свое мнение. Вообще с комиксами я мало как-то контактирую. Я очень люблю комикс, знаете, какой? Эльфы, охотники, пещера. И я ставлю название где-то внизу, блин. Лесные всадники, господи, вот дура-то. Лесные всадники, вообще обожаю их. Это, по-моему, просто вот... потрясающе. Ну, конечно, там в детстве, по-моему, читала Арчи, еще какие-то. Ну, заодно свои знания пополню. Так что это была самая посылка. Вот, и, ну, всем приятных сюрпризиков, пока!